Вначале я слушал, знаете, как член Корейской ассоциации, и, соответственно, мы все являемся гражданами Казахстана, но при этом мы корейцы и еще объединены в ассоциации. Чувствовалась такая энергетика от президента. То есть он знал, что будет говорить долго, но он до конца говорил в хорошем темпе, да, хорошим таким голосом, уверенно. Все-таки действительно экономический блок это был фокус. Вот посмотреть даже текст, я посмотрел письменный текст. Три блока это исключительно по экономике. О науке он специально не говорил, но сквозь, так сказать, все время сквозило по его послании вот о научном прогрессе, научно-технической части, так сказать. Ну, я думаю, главным фактором развития любого общества это наука и техника. Я самое главное вынесла из этого, что сейчас перед нашей страной стоят такие огромные задачи, что, наверное, надо очень-очень сообща все это решать. Да. Сама власть одна, без, так скажем, и помощи, в том числе общественных организаций, наверное, будет ей тяжело с этим справиться. Я просто сразу вспомнила наш зимний кибастузский в Кибастузе ситуацию. Это было очень страшно. И мы, простые люди, вот, очень переживали за своих земляков. И очень надеемся, что в дальнейшем в нашей стране таких ситуаций не повторится. Ассоциация корейцев Казахстана проявила такую, так сказать, креативную, значит, идею и собрала всех нас, членов ассоциации. Это, во-первых, очень хорошо, потому что у нас будет выработано после прослушивание обращения, коллективное, так сказать, мышление, да, которое будет направлено на стратегическое развитие как своих организаций, так и на стратегическое развитие общественных организаций. Это первое. Второе. Ну, поскольку я как представитель культуры, я хочу сказать, что правильно сказал Герман Николаевич, что в основном все было акцентировано на экономике, но я, например, во всем этом послании прочла, что, знаете, красной нитью прошло, что культура – это одна из важнейших основ, которая должна быть в новом справедливом Казахстане. Потому что там было, значит, по экономике было сказано, что культура ведения экономики – это тоже. Культура ведения, значит, переговоров – это тоже. И самое главное – культура воспитания детей, культура нашего населения – это одна из основ для того, чтобы благополучно были все эти проекты, которые нам сегодня сказал президент и озвучил, чтобы они притворились в жизнь. Креативная экономика, где как раз-таки Южная Корея, она на передовых позициях. Потому что Южная Корея даже слоган свой поменяла, динамическая Корея, динамик Корея, который 20 лет был национальным слоганом, а теперь креативная Корея. Естественно, аграрный сектор. Это тоже как бы, да. Естественно, что когда он говорит о преференциях, впервые было сказано о преференциях, которые, значит, мы можем, то есть практически все получат, если попадают в эту программу. Хочу сказать, что это послание, оно, да, вселяет, конечно, большие надежды. И по поводу креативной индустрии было сказано, что касается непосредственно людей, культуры, да. И сказано о повышении заработных плат. В общем, задачи более такие, знаете, стали для меня более конкретные. Меня лично задел вопрос по водоснабжению, то есть обмелению нашей знаменитой реки Иртыш. То, что вот я скажу, что несколько весен, у нас каждую весну Иртыш развивается и заливает поймы, луга, которые потом кормятся всю зиму наш скот, скот Павлодарской области. И последние годы это прямо чувствуется нехватка этой вот воды, которая разливается. Конечно, тут много всяких вопросов, почему. Но надо сказать, что если не решать эти проблемы сейчас, сегодня вот прямо, то это может случиться, вылиться в катастрофу. Послание этого года называется «Справедливый Казахстан». Мы это уже повторяем с ним. Это с ним появилось это понятие «справедливый Казахстан». Единая нация. Мы всегда говорили о единой нации. Имеется в виду нация Казахстана, которая объединяет все народы, проживающие Казахстан. И развитое общество. Вот это как бы три составляющие. Но чтобы это
триада состоялась, конечно, экономическая основа это прежде всего. По-моему, Павлодарская область единственная в Казахстане, но, может быть, еще и северо-казахстанская, которая не газифицирована. Да, а вопрос газа – это вопрос отопления, это вопрос тепла, это вопрос электричества. То есть, если, так скажем, мы сообща вот не решим все эти проблемы, жизненно важные для наших людей, то, наверное, будет и напряг какой-то в наших областях. Были проблемы, я удивляюсь нашему президенту, как он, так, знаете, прямо такое наполненное, прям такое с учетом всех-всех отраслей нашей науки, сказал все-все наши значит, направления, которые должны были быть. И он начал с самого простого, что детям нашему поколению следующему из нацфонда будут перечисляться на будущее, на обучение деньги. Вот, то есть на обучение. Наши дипломы, чтобы ценились везде, не только там, в Африке, в отсталых странах, но и в развитых, в том же коллективном западе, странах коллективного запада. И закончил всемирной, значит, экологической проблемой, которая сейчас интересует весь мир. Здравоохранение. Ну, это вообще вопрос, который касается всех, особенно пожилых. Хотелось бы, конечно, и если эти вопросы будут в том ключе, который поставил президент послание, будут решены, чтобы уровень нашего здравоохранения был достойным уровнем. Простым людям, да, жить и чтобы была у них надежда. Вот, когда живешь надеждой, тогда все, так сказать, проблемы, да, и все какие-то конфликтные ситуации отходят на второй план, если есть свет в туннеле. Это. Выступление нашего президента, обращение к народу, это был тот сигнал, который даст нам возможность переориентироваться и вместе, значит, с нашим президентом вместе претворять в жизнь поставленные перед нами задачи. Еще раз благодарю всех. Спасибо, что пришли.